În Lipcani am întâlnit iarăși deputații, activiști civici, Andrei Andreevici și Valerii Gheorghevici. Și i-am văzut cum merg prin zăpadă, fiindcă trătoare în Lipcani nu sunt. Să aflăm de ce anume nu mă împiedic și eu deja. Ужас, она даже не видит, что... Куда идем? Uitați-vă cum copiii chiar cu sânile merg la vale. Вот я хочу сказать Валерию Георгиевичу, 100 раз мы говорили, 3 года говорим, и вот результат, посмотрите, по пояс снег. Посмотрите дорогу, посмотрите наши тротуары. Вот здесь недалеко как раз произошло и тот несчастный случай с ребенком. Потому что на одних разговорах и больше ничего. У нас все кончается на одних разговорах. Но люди у вас как ходят? По дороге так? Люди идут и проклинают нас, депутатов. Но мы не виноваты. У нас решение было еще 3 года назад здесь сделать тротуары. Здесь невозможно. Здесь и машины едут по гололеду, и люди ходят. Это подвергает опасности себя каждый божий день. Валерий Георгиевич, что скажет? Внуки есть, по дороге едут? Да, безусловно, безусловно, конечно, мы не удовлетворены этим состоянием, как дорог, так и тротуаров, которые мы видим. Нет, вообще у вас не чистится... хозяина, люди добрые, нет хозяина. И я обращаюсь ко всем, умоляю всех, смотрите 100 раз, когда вы идете голосовать, за кого вы будете выбирать. Надо хозяина в Липканах, деньги есть, все есть, но деньги переводятся на разные клубы, на разные такие объекты, которые можно потом снимать, как пылесос, эти деньги. Слышал, у вас дом культуры очень красивый будет. Да, дом без культуры. Сколько потолка денег вложено без в крыши. Это? Без крыши и с дверями только. Сколько денег вложено в этот дом культуры? Можно было 3 дом культуры построить. А мы пойдем и посмотрим, да, что с тех да. пор, с лета... Изменилось. Еще раз обращаюсь, люди добрые, пожалуйста, смотрите. Смотрите и подумайте 100 раз, за кого вы голосуете. Нема хозяина в Липканах. И нема уже 9 лет. 9 лет здесь, за 9 лет ни одного объекта нема. А посчитайте, сколько денег вложено. И где те деньги? Деньги идут. 8 марта, празднование Нового года. Помпезные мероприятия. Помпезные, да, да. Вот вы правильно сказали. Почему за границей все делается для людей? У нас ничего. У нас все лишь против людей. Это удивительно. Почему мы должны умолять, просить, требовать и ничего? Как специально кто-то назло что-то делает. Ну вот как? Тут машина не может ехать, не то что люди идти. Это ужас. Ужасно. Такие вот времена сейчас. Это времена. Я же говорю, заплатили на таможне кучу денег. Расторможили. Все по закону, все как положено. Пошли проходить техосмотр, он не знает, где номер двигателя. Так ты сидишь за это деньги получаешь. Вижу у вас опять эта машина. Куража ТВ. Слишком часто едут к вам, нет? Едут, потому что, в смысле, как едут? Слава Богу, что есть еще такие активисты, есть нормальные люди. Я их называю нормальные люди, а не воры и жулики, приспособленцы. Это нормальные люди, которые думают за людей, за пенсионеров. Спасибо, побольше бы таких людей.